Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Крымский маршрут» и ее ведущий Владимир Илларионов. Сегодня мы на мысе Сарыч. Мыс Сарыч – самая южная точка Крымского полуострова. Мы сегодня предпримем попытку подняться по южному склону горы Ильяс-Коня, хотя бы до перевала. Нашими спутниками сегодня будут Валерий, Владимир и Дмитрий, а также пес Стам, проверенный нашими прогулками по Чернореченскому каньону. Первая наша археологическая находка, хотя изрядно истрепанная временем и туристами, но тем не менее подпорная стена капитальной дороги. Что бы это могло быть? Я думаю, что это капитальная кладка, которая поддерживала вот этот поворот дороги. И судя по этой кладке, по отделке камней и по тому, как здесь несколько, так сказать, толстый слой вот этой кладки, эта дорога была важная. И принципиально ее на протяжении времени постоянно реконструировали, время от времени новую кладку делали. Это видно по камням. Итак, перед нами ручная обработка камня. Или это дикарь? Лицо, конечно, обработано. То есть лицевая обработана, а внутри дикарь. То есть это всегда делали, когда требовалось показать лицо. Вот. То есть это говорит о том, что лицо нужно было показывать. Значит, это важная была дорога. То есть еще и декоративное значение имела эта стена? Естественно, вы можете посмотреть сами, декоративное, да. На зависть нашим архитекторам. Современным. Можно предположить, Валера, что управление капитального строительства Римской империи дало подряд на строительство вот этой вот дороги. А подрядчики кое-где смахлевали. Они вписали лишние километры подпорной стены, которая подходит под углом к этой подпорной стене, и дорогой не является, дорогу не несет. А я думаю, что этот участок – это просто ими реконструируемый, потому что вот здесь явно просматривается ниже еще более старый кусок, но он уже эта дорога на нее наезжает. То есть это было еще более древнее, она, видите, она заросла уже полностью, просто с трудом просматривается кладка. А эта кладка очень качественная, более позднего времени. То есть, если это раньше была дорога более древняя, то потом по какой-то причине, может быть, оползень или еще другая причина заставила ее реконструировать и сделали вот этот, который участок, где мы сейчас стоим, более качественный, более новый, но тоже древний, естественно. Я полагаю, что, наверное, древние римские фуры не смогли развернуться. Не могли развернуться, а здесь более удобно стало. Повороты более плавные и радиус поворота соответствующий. Это более, хотя она очень старая, но она более новая по сравнению с тем куском, который мы видим дальше. В защиту тех древних подрядчиков, может быть, рабов, а может быть, строителей, можно предположить, что вот та нижняя дорога была технологическая для того, чтобы выложить вот эту подпорную стену. Ну, на каком-то этапе она могла быть технологической, да. Ну вот, первое выполаживание этого горного серпантина. Да, первая ровная площадка, и логично предположить, что, возможно, здесь было какое-то строение, связанное с дорогой, потому что крайне удобное место для размещения большого количества или людей, или там телег, либо грузов. Чебуречная. Допустим, чебуречная, хотя, может быть, тогда по-другому это называлось. Ну, древний римский магазин штучных товаров.
Пусть так, копыта продавались там. А может быть, это был все-таки невольничий рынок Южный? И мы видим остатки административного здания этого рынка. Вот это хорошо предположить, потому что они должны быть на хорошем фундаменте. А фундамент здесь каменный, то есть основательный. И вот россыпь камней, причем большие камни отсутствуют, потому что... Остались вкладки. В более поздние времена их взяли туристы, и здесь, в противоположной стороне, они уложили в виде очага. А камни мелкие остались, и вот рядом кладка. И это остатки кладки, большие камни, явно фундаменты низкие. А вот то, что здесь мы видим, явно часть упавшей сверху стены, то есть ее остатки. Ну, надо проследить дальше вправо, посмотреть. Может быть, еще выше можно, чтобы обнаружить как бы подтверждение нашего предположения. Но мы нигде здесь не видели использования раствора. То есть, скорее всего, стены этих домов были глинобитные с использованием вот этого дикого камня. Это естественно, да, это был основной способ. Пройдя около километра от автодороги, мы наткнулись на древний водовод. Стальная труба. Конечно, это не римляне ее проложили, но родниковая вода поступает и до сих пор в санатории, пансионаты на южном берегу Крыма. Когда на этом дубе зеленели листья, и в кроне его прятались птицы, ему было лет 800. Аккуратно обрезанные ветви этого дуба пошли на деловую древесину. Где-то стропилы, где-то стены домов или подпорки ворот и заборов. Но и в таком виде, сухом, дуб простоял не меньше 300-400 лет. Древесина до сих пор крепкая. По внешнему виду этих листьев на дубе трудно сказать, сегодня погода осенняя или весенняя. Дуб пушистый в районе южного берега Крыма иногда листву не сбрасывает до появления новой листвы. В 11:59 наша съемочная группа поднялась на храм Солнца, преодолевая сильно обводненные грязные и глиняные склоны. Слава Богу, нас здесь встретила положительная энергетика этого места. Стоял туман. Никакой мысли о восхождении на Ильяс-Каю в этот день не возникло. Ни у одного из участников. И даже пес постоянно скулил и говорил: «Хозяин, ты что, с ума сошел? Куда ты меня привел?» Крым – прекрасное место, и мы очень любим гулять. Стараемся каждые выходные куда-нибудь ходить, даже не знаю куда. Вышли и пошли. Иногда приходим вот в такие красивые места, как это. Таким образом поддерживаем здоровый образ жизни. Как собаки себя чувствуют после таких прогулок? Собаки счастливы. Они устают и счастливы.
восхождение, которое мы сегодня совершили, вот эту прекрасную погоду, связанную с туманом и прекрасным зимним, как и положено ему быть в такую погоду, тяжелым воздухом, мы совершили вместе и под эгидой Русского географического общества, которое с этого момента такие походы будет совершать вместе. И открытия, которые мы будем совершать, они будут накапливаться для того, чтобы, может быть, сделать более интересные следующие маршруты или более интересные открытия, которые можно будет потом пересовокупить каким-то другим походам. Второй раз на Храме Солнца, первый раз, когда на лошадях поднимались, это была другая погода, тепло. Сейчас поднялись со стороны Сарыча, гораздо, скажем так, и сложнее был подъем, и погода такая была, ну и интересно, с одной стороны, такой экстремальный немножко вариант. Впечатление, конечно, отличное. Активистам Русского географического общества не впервой подниматься на Храм Солнца. Поднимались мы сюда раз 50-60 в разную погоду. Был снег, был зной, был ветер, был туман, был дождь. Но так, чтобы туман с моросящим дождем, такое впервые. Причем на подходе к перевалу шквалистый ветер буквально валил нас с ног, несмотря на то, что поднимались мы по тропе в лесу. Сегодняшней экспедиции нашей выполнена полностью. Мы побывали на восточном перевале от вершины Ильяска-Я на так называемом Храме Солнца. Поднимались ровно 2 часа, спускались 50 минут. Трудно поверить, вот здесь, стоя у моря, что буквально час назад мы были в мареве тумана, где практически видимость не более 10 метров. Ну как было себя не вознаградить прогулкой на берег моря? Правда, купаться мы сегодня тоже не будем. Это мы оставим на следующий раз. Итак, очередной выпуск программы «Крымский маршрут» завершен. С вами был Владимир Ларионов. Оставайтесь с нами.